Привет, ребят! Сегодня хотел рассказать также в форме фотоотчета с комментариями о том, как делал свою сауну. Ну, если вы заметили уже, да, вот с этой стороны у меня оформлен камин, горит огонь, с той стороны эта печка каменка. Соответственно, там за стеной сауна. Температура в комнате не повышается, теплопотерь, как бы, эта печь не допускает, то есть никакого тепла лучевого вот этой печи здесь нету, потому что вся вентиляция, все притоки, оттоки, все было сделано по науке, то есть так, как это делают финны. Вот. Ну, соответственно, руководствовался большинством именно их рекомендаций, идей. Ну и дальше уже прибегал кое к чему своему. Кое-какие моменты, возможно, покажутся вам оригинальными, да, то есть, ну, в общем, все по порядку. Давайте посмотрим фотографии. Thank you.
наверное, и все пока. Задавайте вопросы, давайте общаться. Bye.